Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу сделать обзорное видео по игре Old World, которая вышла в раннем доступе в начале мая. Это игра от дизайнера третьей Цивы, от главного дизайнера четвертой Цивы Сорена Джонсона. Он же был создателем своей собственной игры Off-World Trading Company, и как только она была анонсирована еще под названием Ten Crowns, я долго следил за ней, и, конечно же, посмотреть на игру в раннем доступе ухватился сразу. В общем, у меня на канале есть даже прохождение за Вавилон. Можете найти этот плейлист, есть ссылка в описании, либо сейчас появляется в верхнем правом углу, и посмотреть полное прохождение. Что я могу сказать? Я прямо сейчас уже рекомендую играть в Old World. Несмотря на то, что это ранний доступ, по моему мнению, в игре больше механики и интереса, чем было в шестой Циве, когда она появилась изначально. И тут разработчики честно говорят, что это ранний доступ, потому что здесь есть много недоделок, о которых чуть дальше. Но в игровом плане игра уже хороша, интересна и необычна. Это все та же глобальная 4X пошаговая стратегия про развитие своей цивилизации, но с двумя фишками. Во-первых, вы развиваете не только свою цивилизацию, но и династию, которая управляет цивилизацией. А во-вторых, время действия ограничено античностью. Судя по дереву технологий, до раннего средневековья, до падения Западной Римской империи, то есть примерно до 400-х годов нашей эры. Понимаю, что кому-то это может показаться минусом, потому что главное удовольствие для многих — это приехать танками и убивать юниты бронзового века у соперников. Но мне такой подход нравится. Это сконцентрированность на одном временном промежутке. Каждый ход здесь один год, и в происходящее действительно больше веришь, чем в то, что происходит в цивилизации, когда там изначально один ход — это 100 лет, что ли. Тем не менее, для любителей пошаговых стратегий цивилизации, мне кажется, Old World будет очень знакома, и вы по наитию автоматически сами будете понимать, что и как тут делать. Если вы поклонник четвертой цивилизации, то я вообще считаю, что эта игра обязательно для вас, и она вам очень сильно понравится. Какие тут фишки? Во-первых, внутри вашего города вы можете строить только юниты и проводить проекты. Все. То есть никаких районов, никаких зданий города ваши не строят. Причем строительство юнитов разделено на две ветки. Военные юниты требуют для постройки военных очков, а гражданские юниты — еды. Что и логично, и стратегично, и тактично, и добавляет очередной глубины, о которой мы так много говорим в последнее время. При этом юниты требуют ресурсов на постройку, а их в игре 4. Еда, железо, дерево и камень. Так, например, катапульты для постройки требуют 37 дерева и 75 камня. При этом вход будет потреблять 1 очко тренировки и 3 камня. Или, например, секирщик потребует 150 железа для постройки и будет потреблять 1 военное очко и 3 железа вход. Проекты же в городах будут требовать для постройки цивики или социальные очки, которые в любой другой момент вы можете потратить на принятие законов, на дипломатические действия, либо сделать этот проект в городе, который каждый ход будет что-то давать в течение всей игры. Например, архив первого уровня будет давать 2 науки вход. Вы меня можете спросить, а как же тогда города развиваются, если мы здания не строим в них? Все здания строятся в границах рядом с клетками городов рабочими. То есть рабочий тут самый главный юнит, похоже, для развития. Именно им вы будете строить бараки для ускорения постройки военных юнитов и их тренировки, библиотеки для получения науки, гарнизоны и цитадели для губернаторов и получения больше социальных очков, и так далее, и так далее. То есть все здания строятся рабочими на клетке городов. Это в некотором смысле примерно такая же система, как в шестой цивилизации, но более специализированная, в которых города будут специализироваться на постройке какого-либо типа юнитов, а рабочие будут обрабатывать эти города так, чтобы эта специализация работала лучше. При этом у зданий тоже есть уровни. Опять же, примерно как и в цивилизации. Вот, например, в шестой цивилизации у вас в районе кампус 3 здания, да? Библиотека, университет, лаборатория. Во-первых, эти здания у вас открываются по мере технологий с развитием, а во-вторых, вы должны их строить именно в таком порядке. Так вот, в Old World есть примерно то же самое. Те же научные здания. Есть библиотека, есть академия, есть университет. Вот в таком порядке. Но вам мало открыть каждое это здание. Для их постройки будет требоваться определенная
определенный уровень культуры в городе. То есть академию вы сможете построить не только после строительства библиотеки, но и после того, как ваш город достигнет уровня культуры сильный, там, устой, ну, strong по-английски. За счет этого достигается баланс в постройках, в развитии вашего города. Если вы не будете вкладываться в культуру, то вы просто не сможете построить лучшее здание. По ресурсам же видно, что Сорен Джонсон не забыл свою игру Off World Trading Company, где в реальном времени работал рынок продажи и покупки ресурсов. И World World он тоже есть. Хотя, конечно, не в реальном времени, а пошаговый, но тем не менее. Понятно, что вы не сможете добывать лес там, где его нету. Или не сможете везде расставить каменоломни с большим количеством камня. Зато в игре есть возможность продавать и покупать ресурсы. У каждого ресурса рядом стоит маленькая иконка денежек, которая показывает, за сколько вы можете ее купить, а если вы наведете на ресурс, то будет написано, за сколько вы сможете продать. В моем случае лес самый дорогой. Я, например, могу продать лес и купить недостающий для меня камень. И могу построить все, что мне требуется. Понятно, что продавая лес, вы будете снижать стоимость продажи, а покупая камень, вы будете повышать стоимость покупки. Интересно еще отметить, что города вы не можете поставить где угодно. На карте будут отмечены места, где вы сможете применить вашего поселенца и где город будет поставлен. Как я понимаю, у игроков двоякое к этому отношение. Мне все-таки, пожалуй, больше нравится эта система, потому что таким образом можно генерировать более сбалансированные карты. А во-вторых, на этом еще и завязана механика вот постройки зданий. Потому что для каждого города, ну, там есть приблизительно 5-6 мест вместе сгруппированных, где вы можете поселенца задействовать. Но вот эти здания, которые вы строите рабочим, требуют соседства как минимум с двумя районами. И вот эти незадействованные клетки, вы можете, конечно, прямо рядом с центром города построить, но и вот эти незадействованные клетки, они тоже как бы считаются районами, и рядом с ним вы можете строить ваши здания. Ну и вообще вот эти клетки для возможности установки города становятся и такими точками интереса, за которые цивилизации начинают бороться. Более того, со временем там появляются варвары, другие племена, они там тоже развиваются. Да, кстати, сейчас в игре только 8 цивилизаций. Это Персия, Вавилон, Египет, Рим, Карфаген, Греция, Ассирия. И есть много поселений мелких племен. Правда, из-за того, что в игре этих племен всего 3, скифы, галлы и даки, по-моему, то кажется, что их намного больше, чем самих цивилизаций. Я думаю, что просто с течением игры контент будет добавляться, этих мелких племен будет все больше и больше, таких добавят и гуннов, и вандалов, и готов, и славян, наверное, всяческих. И, видимо, вот у каждого вот этого варварского племени, может быть, будет одно или два поселения. Любителям стратегии от парадоксов, я уверен, понравится система династии и система семей. Во-первых, вы начинаете каким-то правителем. Вот у меня в данном случае я начинал королем Киром, правителем Персии. И сначала вы там находите ему жену, появляются дети, вы выбираете наследника и так далее, и так далее. И если, кстати, ваша династия прерывается, то вы проиграли игру. Если у вас нету наследника, некому передать трон, вы проиграли. И это довольно интересная штука, то есть вы воспитываете сначала наследника, потом решаете, на что он должен учиться, каким будет правителем, у него всякие события происходят. То есть это такая игра в игре, очень похожа, по-моему, на Crusader Kings, правда, по-моему, здесь это более лайтово сделано. Тем не менее, добавляет новизны и нет ощущения какой-то дополнительной чужеродной механики. Да, портреты сейчас во многом одинаковые, но опять же повторю, уверен, что к релизу будет все рисоваться, добавляться, делаться. Кроме того, в каждой цивилизации есть 4 семьи. И основывая город, вы выбираете, какой семье этот город будет принадлежать. От этого зависят бонусы, которые будет этот город давать. Ну и к тому же военные юниты, созданные в городах разных семей, имеют разные иконки, и их сила варьируется в зависимости от того, как семья относится к вам как к правителю. Немножко, мне кажется, еще недоработана эта система, потому что слишком сильно у семей как-то прыгает настроение, то есть то она была дружелюбна к вам, и ваши юниты, созданные в городе этой семьи, имели плюс 10% к силе, то через пару ходов внезапно относится к вам плохо, и у юнитов упала сила из-за этого. Ну, там понятно, как меняется
меняется настроение. То есть, например, один из участников семьи был канцлером империи, потом его сняли, поставили другого, отношение семьи упало. Но это слишком сильно влияет. То есть, прям было плюс 150, стало минус 150. Ну, понятно, что это все еще будет оттачиваться, не стоит сетовать в раннем доступе на подобные механики. В игре уже даже есть религии, которые по механике похожи на четвертую циву. Есть законы и социальные политики. На них не буду я уже подробно останавливаться. Технологическое дерево, конечно, небольшое, но даже здесь есть универсальность. Ведь как сделано в шестой циве? Если у тебя много науки, то ты просто движешься по технологическому дереву быстрее всех. А в Old World ты за счет науки можешь и юниты получать. Кроме того, здесь, интересно, сделана система выбора технологий. Вы рандомно выбираете из четырех вариантов. Кстати, эти варианты можно увеличить тоже с помощью цивиков, всяких событий. Но поставить, как в цивилизации, движение к определенной технологии не получится. Вам придется выбирать из четырех. Причем не все из них технологии. Как я и сказал, вы можете, например, просто за счет науки получить юниты. Важно отметить необычную систему приказов. У вас на каждый ваш ход выдается определенное количество приказов, вот как в данном случае у меня 96 осталось. И каждый приказ — это один ход юнита, либо одна атака юнита, либо повышение юнита и так далее. Но смысл в том, что вы не можете превысить количество приказов на один ход. То есть считайте это, сколько действий ваши юниты могут сделать за один ваш ход. Ну вот, например, выбираем лучника. На самом деле он может 3 раза походить. Вот тут видно на экране его зоны перемещения. Если он будет максимально ходить, то потратится 3 приказа. Если он подойдет, а потом еще выстрелит, это еще один дополнительный приказ. Но вы можете потратить очки тренировки, или как я их называю, военные очки, для того, чтобы ваши юниты ходили еще дальше. Каждый дополнительный ход — это 50 военных очков и 2 приказа. Сначала непривычно, но очень быстро привыкаешь к подобной системе, и она кажется очень правильной, что ли, и приятной. К юнитам можно прикреплять генералов. Это великих людей, правда, только со второго уровня. Причем вы уровни можете давать юнитам, даже не воюя. Во-первых, опять же, используя те же военные очки, каждый новый уровень — это первый уровень, по-моему, 100 военных очков, второй 200 военных очков и так далее. А во-вторых, строя улучшения, которых вы можете просто эти юниты размещать, и они будут каждый ход прокачиваться на 20 очков опыта. И это тоже, ну, казалось бы, такая простая, но при этом понятная идея. Почему до этого во всех глобальных стратегиях юниты получали опыт только воюя? Ведь логично, что армия опытна, и если она обучается у себя на территории, не обязательно для этого войны вести. При этом в Old World есть разделение по типам воинов. Так, лучники прокачиваются, если находятся на стрельбище, а рукопашные юниты прокачиваются, если находятся в бараках. Понятно, что тут есть система тоже камня, ножницы, бумага, что копейщики лучше воюют против верховых юнитов. Но и юниты здесь намного разнообразнее, чем в той же циве. Так, например, тут 2 стреляющих юнита, появляющихся примерно в одну эпоху. Это длиннолучники и арбалетчики. Однако в битве у них разные функции. Так, длиннолучники имеют дальность выше. Сила у них, кстати, у обоих одинакова. Зато арбалетчики плюс 50% против рукопашных, да еще и наносят урон следующему юниту по прямой на 50% от силы. Ну и понятно, что, конечно, им еще и требуются разные ресурсы для создания. Вот и решайте, в какую вы будете стратегию играть. Либо издалека длиннолучниками обстреливать, либо арбалетчиками сблизи, но с большей силой по рукопашным юнитам. И здесь такого довольно много. Здесь действительно, как мне кажется, придется комбинировать вашу армию. Вам не получится создать армию только из одного типа юнитов и пойти всех сносить. Тем более, что компьютер, на удивление, хорошо воюет. Ну, тут все-таки видны отголоски 4-й цивилизации, где он тоже хорошо воевал. Особенно поражает после 6-й цивы, что компьютер умеет спасать свои раненые юниты, отходит, когда понимает, что ему не хватает сил, лечится, перегруппировывается. Вообще, в первую игру, в мою самую первую игру, я напал на Рим, который неудобно поставил город там, где я хотел город поставить. И Рим довольно быстро запросил мира, там, с данью, когда я у него забрал 2 города. А через 10 ходов, подготовившись к войне основательно и проапгрейдив, и подведя войну,
войска мне отомстил. Меня это очень сильно поразило, при том, что я играл не на самом высоком уровне сложно. Правда, на данный момент компьютер читит, прямо скажем. Он видит, где находятся ваши войска, и бьет в самое незащищенное место, либо выцепливает ваши юниты поодиночке и убивает их, чтобы лишить вас силы. Причем видно, что действительно компьютер просто знает, где они находятся, и туда бьет. Но пока это простительно. Это все равно выглядит намного сложнее и интереснее, чем это реализовано в шестой цивилизации. В общем, со всех сторон Old World в стратегическом и тактическом плане выглядит интересно и свежо. Старые идеи здесь улучшены, а новые лично мне кажутся логичными. Я постоянно себе, знаете, задавал вопрос, блин, а почему до этого не додумались? Почему раньше до этого не додумались? Конечно, у игры много проблем, в первую очередь в техническом плане. Некоторые люди жаловались, что у них игра часто падает. У меня, правда, прямо скажу, не было ни одного краша, но я думаю, это просто потому, что у меня много оперативной памяти. 32 гигабайта. Old World довольно быстро сжирает оперативную память. У меня было, что игра занимала 23 гигабайта. Это очень много для проекта, который вот так выглядит не очень современно. Поэтому, видимо, у игроков игра сжирала всю оперативную память, потом все место на диск, и после этого радостно крашилась. Да, такое есть, игра еще не оптимизирована, но это, ну, блин, настолько простительно сейчас. Во-вторых, явно видна бедность графики, просто куча всего еще не нарисована. Вот, например, вы сейчас видите анимированные хижины дровосеков, это буквально вот с недавним патчем появилось, когда я записывал прохождение, их еще не было анимированных, и буквально же рядом вы видите построенные городки, у которых даже нету текстур, и вообще очень много улучшений еще без текстур абсолютно. Вот порты без текстур, все чудеса света без текстур, вот у нас дворец без текстур. Кроме того, здания одного типа, но разные эпохи, выглядят одинаково. Вот тут у нас амфитеатр и Колизей. Амфитеатр — это первое здание на культуру, Колизей — второе. Понятно, что они должны выглядеть по-разному. Понятно, что и шахты должны быть анимированы, и много чего еще должно быть анимировано. Многие юниты еще даже не анимированы, двигаются как будто эти скользят по карте. Но это все сейчас настолько простительно, как и отсутствие какого-то контента, что действительно, еще раз повторю, Old World просто сейчас играется по наполненности, по механикам на уровне шестой цивилизации со всеми дополнениями. Да, тут еще не хватает цивилизаций. Хотелось бы больше, чем 8 или 7 тут, кстати. Их, наверное, 7, потому что 8 это рандомная. Хотелось бы, наверное, больше событий, потому что, вот я, не знаю, партии 6 уже сыграл, там начинают повторяться, я примерно представляю, о чем там. Но разработчики и говорят, что это все только начало. Все будет наполняться, и сами игроки будут еще события добавлять. Я еще многое не рассказал про ваших правителей, как у них меняются их когномены, ну, знаете, когда правителя называют по итогам его правления каким-то образом. Как у них меняются их способности, как у них там меняются отношения какие-то внутри. Да, кстати, тут два пути победы. Первое — это набрать 30 очков, ну, количество очков зависит, я так понимаю, от размера карты на самом деле. Очки даются за количество городов, за их качество, то есть надо за каждый легендарный город, это уровень культуры, и за каждое чудо по одному очку. Либо выполнить все амбиции. У нас 10 амбиций. Каждый правитель, восходя на трон, по-моему, 2 амбиции у него есть в течение правления. Он не обязан, кстати, их выполнить именно в течение правления. Вот, например, видите, у меня вот эта амбиция — это legacy, то бишь наследие. То есть эта амбиция была у предыдущего правителя, а у этого правителя вот это. Отличие только в том, что если ты при жизни выполняешь тот амбициозный план, который ты поставил, то ты получишь 10 к легитимности. Если после смерти, то 5 к легитимности. Количество легитимности конвертируется в приказы. Вот в данном случае 217 легитимности — это 21,7 приказа. Плюс еще на отношение семей к тебе. Ну понятно, чем более ты легитимный правитель, тем к тебе круче относятся. Всякие события, которые происходят, тоже, видите, я о них не рассказал. В данном случае мне тут предлагают применить одно из правительств. Кстати, вот можем открыть, я вам могу показать, какие тут правительства есть. Можно применять, менять. Это все будет стоить
построить определенных цивиков, либо принять решение по какому-то квесту, который происходит в вашей империи. У вас куча великих людей, которые вы можете задействовать. Это и ваша семья, и люди, которые по квестам появляются. Да, еще одну важную вещь не упомянул. На данный момент игра только на английском языке, но разработчики обещают локализации на многие языки мира. В общем, действительно, как глоток свежего воздуха вот сейчас игра выглядит, и в первую очередь очень приятно, что разработчики именно таким образом решили выпустить игру в ранний доступ, когда уже продуманы и работают интересные механики, а игра допиливается в первую очередь визуально, а не так, как это сделали Firaxis. Нарисовали кучу мультяшных лидеров и в патчах правили, как выглядят лесопилки зимой, а при этом по механикам и по игровому процессу игра была обрезанной до выхода Rising Fall и Gathering Storm. В общем, настоятельно рекомендую к покупке. Еще, наверное, один из минусов, который некоторых из вас может отпугнуть: игра продается сейчас только в Epic Games Store. Вроде как она не должна быть эксклюзивом, но когда она появится в Steam, неизвестно. Но сейчас, по-моему, с купоном от Epic Games Store можно вообще чуть ли не за 250 рублей купить. А без купона на что-то вроде 600 рублей стоит. Поэтому это очень-очень выгодное вложение денег. Если вы любитель четвертой цивы, это must have. Если вы просто любитель глобальных пошаговых стратегий, я процентов на 90 уверен, что эта игра вам понравится уже сейчас. Да, если вы решите покупать, то сделайте это, пожалуйста, по ссылке в описании или в прикрепленном комментарии. Я тогда от вашей покупки какой-то процент мне капнет. Есть такая система в Epic Games Store для авторов. Заранее спасибо. Да, у игры есть некоторые минусы, но плюсы настолько перевешивают, по-моему, что я даже как-то не могу придумать какого-то оправдания не покупать Old World. Надеюсь, в комментариях, может быть, найдутся противники моего такого радужного мнения. Но игра действительно хороша. То есть она и сложна в меру, и интересна, и несмотря на многие недочеты раннего доступа, в нее уже интересно играть. Я реально давно не помню уже настолько проработанной игры, вышедшей в раннем доступе. На этом все. Опять же, ваши поправки, дополнения, несогласия, надеюсь, прочитать в комментариях. И, конечно, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!